Сонник мобильный телефон. Сонник Филомена. К чему снится мобильный телефон во сне по Соннику? Сон про мобильный телефон может означать двойственное ощущение. Существующая жизнь вас устраивает, но в ней недостает красок. Вы не хотите что-либо менять, создавать для себя дискомфорт. Сновидение может содержать подсказку выхода из сложившегося положения. К чему снится новый мобильный телефон? К чему снится новый мобильный телефон? К возможным большим переменам в жизни. Для окружающих столь важные для вас события могут означать совсем другое, возможно, небольшие недоразумения. К чему снится разбитый мобильный телефон? Разбитый во сне мобильный телефон проецирует дневные страхи о потерях. Вы уважаете результаты своего труда и опасаетесь за свое благополучие. Серьезных оснований для беспокойства нет, но меры предосторожности лучше не игнорировать. К чему снится сломанный мобильный телефон? Сломанный мобильный телефон сонник объясняет, как ваше нежелание решать проблемы. Вы закрываете глаза на трудности, предпочитая разбираться лишь с небольшой их частью. Пуская все на самотек, вы рано или поздно поймете ошибочность своих суждений. К чему снится разбить мобильный телефон? Если вам приснилось, что вы разбили мобильный телефон, в будущем вас может ожидать его обновление. Если наяву данный девайс выступает для вас олицетворением статуса, во сне его поломка не предвещает ничего хорошего. Снится потерять мобильный телефон. Сон о потере мобильного телефона говорит о ваших чрезмерных страхах испытать отсутствие средств связи, любых, в реальной жизни, быть отрезанным от остального мира. Видели, как нашли мобильный телефон? Найти во сне мобильный телефон, получить в ближайшее время известие о дорогом для вас человеке, о котором вы давно ничего не слышали. При этом, степень близости человека может быть не столь сильной, вы можете быть едва знакомы. Подарили во сне мобильный телефон? Если вам приснилось, что вам подарили мобильный телефон, сонник предвещает скорые перемены, обстоятельства которых не будут зависеть от вас. Личное вмешательство в ход событий не обязательно, об этом позаботится дорогой вам человек. Толкование сна. Телефон, стрелка направо. Тема сна. Техника видео. К чему снится мобильный телефон? Какой мобильный телефон приснился? К чему снится новый мобильный телефон? К чему снится новый мобильный телефон? К возможным большим переменам в жизни. Для окружающих столь важные для вас события могут означать совсем другое, возможно, небольшие недоразумения. К чему снится разбитый мобильный телефон? Разбитый во сне мобильный телефон проецирует дневные страхи о потерях. Вы уважаете результаты своего труда и опасаетесь за свое благополучие. Серьезных оснований для беспокойства нет, но меры предосторожности лучше не игнорировать. К чему снится сломанный мобильный телефон? Сломанный мобильный телефон сонник объясняет, как ваше нежелание решать проблемы. Вы закрываете глаза на трудности, предпочитая разбираться лишь с небольшой их частью. Пуская все на самотек, вы рано или поздно поймете ошибочность своих суждений. Что вы делали во сне? К чему снится разбить мобильный телефон? Если вам приснилось, что вы разбили мобильный телефон, в будущем вас может ожидать его обновление. Если наяву данный девайс выступает для вас олицетворением статуса, во сне его поломка не предвещает ничего хорошего. Снится потерять мобильный телефон. Сон о потере мобильного телефона говорит о ваших чрезмерных страхах испытать отсутствие средств связи, любых, в реальной жизни, быть отрезанным от остального мира. Видели, как нашли мобильный телефон? Найти во сне мобильный телефон, получить в ближайшее время известие о дорогом для вас человеке, о котором вы давно ничего не слышали. При этом, степень близости человека может быть не столь сильной, вы можете быть едва знакомы. Подарили во сне мобильный телефон? Если вам приснилось, что вам подарили мобильный телефон, сонник предвещает скорые перемены, обстоятельства которых не будут зависеть от вас. Личное вмешательство в ход событий не обязательно, об этом позаботится дорогой вам человек.